Всем приветик! Несколько золотых правил для женщин. Золотых. И первое правило – это всегда слегка улыбаться. Снять вот это напряжение здесь мышц, но немножечко, слегка улыбаться. Как будто бы вы внутри говорите «счастье со мной», потому что это слово «счастье» ты не можешь сказать с грустным лицом. Все равно немножко расплывешься, и вот это вот чуть-чуть улыбаться. Золотое правило. Слегка расслабить мышцы лица и улыбнуться, улыбаться. Вот такое правило. Ну, следующее золотое. Золотое правило для женщины. Конечно, это что? Развиваться. Развиваться, что-то новое смотреть, что-то новое почитать, что-то новое узнать, следовать технологиям новым, потому что если им не следовать, так быстро отстаешь. Конечно, пользоваться всеми новыми технологиями, что-то новое изучать, что-то новое смотреть, ну, в курсе быть, развиваться. Следующее, золотое, ну, просто золотое правило, это диалог. Диалог. Когда ты в диалоге, вот когда в отношениях у людей, между людьми есть диалог, то ты всегда находишь какой-то баланс. А когда нет диалога, даже вот если между детьми, вот не разговариваешь со своим ребенком, спрашивать, не спрашиваешь его ничего, не разговариваешь, ну только так, покушай, иди, там убери или еще что-то, а такого вот диалога нет, то ты не понимаешь, что происходит у твоего ребенка. И когда у него не очень, там что-то получается, не очень хорошее настроение, ты в этот момент его что-то спрашиваешь и говоришь, и получается недопонимание. Почему? Потому что диалога нет. Точно так же со своими любимыми. Разговаривать, спрашивать. Диалог. Это, конечно, это просто волшебное правило, когда в семье есть диалог, в семьях разговаривают. Но следующее, я считаю, не просто золотое, а бриллиантовое правило. Ну, бриллиантовое правило. Это, конечно, и вы знаете его. Это, конечно. Ну, упражнения, да, упражнения. Я такие получаю чудесные, замечательные отзывы о упражнении. Ну, прекрасные, потрясающие результаты. Я получила сообщение, что женщина операции на спину прошла. И они ей не помогли так, как всего 10 дней она делает мое упражнение. Но она делает 10 раз в день, по 15, 10-15 минут поднимает руки. И она мне говорит, мне врачи так не помогли, как мне помогло ваше упражнение. Плечи выровнялись. Вот представляете, до такой степени. Конечно, это просто бриллиантовое правило. Взять в привычку, конечно, кому надо. У кого, кому надо внутренние органы поднять. Подтяжку себе немножко сделать, выровнять плечи, у кого ребро, у кого под лопаткой, у кого холка здесь, то, конечно, это бриллиантовое правило. Если его внести в свой каждодневную рутину, конечно, потрясающий будет результат. Ну, следующее правило. Это баловать себя. Ну, баловать себя. Пойти где-то хорошую чашечку кофе выпить, в хорошем месте, на красивый диванчик сесть, хороший обзор, чтобы был, приятные люди, чтобы были, музыка хорошая была, какую-то красивую чашечку кофе. Нет, пойти какой-то книжный, может быть, магазин, посмотреть книги, что нового есть. Я знаю, что в книжных магазинах везде есть стулья, можно сесть, взять книжку, почитать, прекрасно. Пойти в какой-то магазин, где свечи красивые продаются. Купить какую-то свечу с хорошим запахом, кто какой любит. Я, например, очень люблю зеленое яблоко, запах зеленого яблока. Ой, ну просто великолепно. Дома сразу такая свежесть делается, когда включаешь эту свечу. То есть немножко себя баловать. Да, побаловать себя. Если кто-то хочет для него побаловать, если для кого-то побаловать себя, это съесть вкусную конфетку, скушайте.
Вот я помню, когда-то я очень любила одно пирожное. Сейчас я его уже не люблю, но когда-то очень сильно любила это пирожное. И когда было немножко так не очень там как-то вот настроение, я всегда ехала в это кафе и покупала эту себе шарлотку фрамбуаз. Так пироженка называлась. Ну, сейчас я его не хочу, она мне сейчас очень сладкая. А тогда мне было так оно вкусное. Может, у кого-то тоже есть, ну, вот свое какая-то своя такая вкусная конфетка или пироженка какой-то. Побаловать себя. Вот, тоже такое прекрасное золотое правило. Ну, и еще одно правило. Оно действительно золотое. Оно действительно золотое. Такое серьезное правило. Я очень его соблюдаю, и мне настолько стало комфортно, это говорить сразу то, что тебе не нравится. В семье, детям, мужьям или своему другу, друзьям, подружкам сразу сказать, что вам не нравится. Если вам, допустим, человек позвонил там, в 9, в 10 часов вечера, вам уже это поздно. Сразу нужно сказать. Конечно, тактично, но сказать, мне в это время некомфортно разговаривать. То есть, когда ты сразу человеку скажешь, во-первых, тебе здесь ничего тебя не тревожит, тебе не обидно, ты эту обиду себе не спрячешь, ты не знаешь, как сказать, как избегать какого-то звонка, чтобы или там что-то, понимаете? Это такое золотое правило, сразу сказать то, что тебе не нравится. Конечно, в тактичной форме, в приятной форме, но сказать то, что тебе не нравится. Или, допустим, вот если вы в паре живете, и ну, не нравится что-то вам, как себя человек не нравится, то лучше это сказать, чем в себе это копить. Оно все равно потом взрывается, оно потом все равно дискомфортно. Лучше обговорить, принять какое-то решение, которое оба будут этому решению довольны, но лучше его обговорить. Это, конечно, золотое правило. Говорить сразу то, что тебе не нравится. Это и партнеру твоему легко. Он понял, что ему сказали. А так человек не понимает. Он делает и делает ему. Он не знает, нравится вам или нет. И он это повторяет и делает. А вам это не очень комфортно, не очень приятно. И это все собирается, собирается. И, конечно, когда-то оно взорвется. Так вот, лучше, не доводя до этого, всегда лучше сразу на первом этапе сказать то, что вам не нравится. И попросить партнера своего тоже говорить то, что не нравится. Скажи мне, лучше скажи сразу, то, что тебе не нравится, как-то что-то я что делаю, не нравится. И я это буду знать, и либо я это принимаю, либо я не принимаю, то есть, но лучше, когда человек знает сказать ему. Так что это, я считаю, ну просто золотое правило говорить сразу то, что тебе не нравится, что тебя не устраивает. Ну и последнее, ну золотое, конечно, это правило, золотое, конечно, правило. Это сон. Это хороший, полноценный сон. И у меня есть видео на эту тему. И от сна, конечно, весь твой день дальше строится. Это сон. Поэтому постараться нужно всеми путями довести до того, чтобы ты полноценно мог уснуть и проспать этот день. Разобраться, вот что же происходит, что тебя, почему ты не можешь уснуть. Прям разобраться по ступенька за ступенькой, разобраться, прям по полочкам себе разложить, что же, почему я не сплю, почему я не могу сразу уснуть. Все это пересмотреть, все это устранить. И, конечно, сон – это одно из золотых правил не только для женщины, для любого человека. Это хороший, полноценный сон. Ну вот, сегодня с вами встретилась с большим удовольствием. Всех вас обнимаю и до следующих встреч. Всем пока!